Еще один прикол китайских фатбайков. Ну, помимо того, что у них шатун изгибается, чтобы винт не вываливался из-за сигаретки, надо его изолентой замотать, иначе выпадет. Второй прикол то, что здесь в принципе в шатунах-то и нет резьбы, то есть они просто напрессовываются. Я нет, вот тут резьба какая-то была, но потом от нее ничего не осталось. Странно. Ну и третий прикол, то что каретка с левой стороны закручивается внутрь. В таком она жутком состоянии сейчас. А вот с этой стороны, с правой, она почему-то начинает откручиваться. Это непонятно. 5 минут погрели феном. Попшикали ВД-шкой. И очень долго стучали молотком. Такое качество металла, что он даже от молотка царапается. И шатун, если видно, он немножечко развернут под углом на выброс. Так, каретка с левой стороны выкрутилась сама собой. Не знаю, там вся резьба в краске, а чашка вроде нормальная, но не держится, не совпадает диаметр. А с этой стороны то же самое. То есть снаружи два витка резьбы, а дальше вообще резьбы нету. И возможности вкрутить ключ глубоко нету. То есть он закручивается до упора и при выжимании просто вырывает всю вот эту дешевую резьбу. Не получается выжать выжимкой. Вот она, китайская каретка для фотобайка на промподшипниках. Промподшипники даже живые. То есть каретка в принципе в нормальном состоянии, ее просто почистить и будет дальше гонять. И я вкрутил просто новую каретку, другую. Полностью, да, вот она сейчас закручена. То есть диаметр вот этой трубы, он больше, чем диаметр каретки. И резьба там внутри, вообще она нормальная, как бы все закрашено красочкой даже. То есть по идее должно быть даже больше, чем нужно. Да, но он просто болтается в резьбе. То есть ни резьба не сорвана. Ничего, именно проблема в том, вот она резьба. Сейчас попробую. О, нормальная резьба, не сорвана, краска даже не поцарапана, просто не совпадает диаметр резьбы на обычной каретке с диаметром трубы и резьбы в ней, то есть она болтается. То есть надо на краску сажать, видимо, или на фум-ленту, скорее всего. Снял, скрутил, выбил. Значит, в чем прикол? Опять резьба совпадает, то есть винт тоньше, чем резьба там, он болтается. Второй винт вот так вот выглядит, сорванной резьбой. И где-то до середины только все это закручивается, дальше там немножко подразбито. Сами промы вообще в идеале. Сейчас это в ультразвуке все помою и будет все нормально. То есть каретка остается, штаны на выброс. И вот сейчас надо что-то тут с резьбой сделать, метчиком прогнать. Спустя полчаса после чистки ультразвуком коррозия отошла частично. Подшипнички прям все блестят внутри. Хотя он ржавчина тоже есть. Но каретка еще походит. Сейчас она вся высохнет. Смажем. Все это будет работать. Так вот, замечательно отмылись чашки. Видна резьба. Так что я думаю, еще год. Год вот этой каретки, насколько я знаю, от китайского фудбайка. Год он отъездил каждый день, и зимой, и летом. И вот такое состояние она пришла. Но еще походит, новую покупать пока рано. Хотя, конечно, уже надо готовиться искать что-нибудь получше. После чистки так вот замечательно выглядит каретка. Как будто в нее даже и не вкручивали ничего. И вот такая смазка у нас будет сейчас забиваться в промподшипнике каретки. Что ж, взял я метчик, прочистил полностью резьбу. Теперь все замечательно закручивается. Сейчас будем собирать. Правая чашечка была намазана фиксатором специальным. Закручена до упора. И теперь все это замечательно крутится, работает. Прослушать еще какое-то время.